Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Вот нашим барашкам сделал я небольшую кормушку. Она стояла раньше у меня на поле, здесь, в этом месте. Вот. Ну, решил принести и сделать такую зимнюю кормушку, чтобы зимой не носить сено в сарай, не сарайные кормушки, а именно вот сюда, чтобы возле пуни, прямо на месте, пускать на выгуле их держать, овечек. Вот такого образа кормушка. Значит, вот планочки, ну, чтобы они, голова не пролазила, но в то же время, чтобы лишнее сено уже они не вытаскивали, потому что я делал шире расстояние, они вытаскивали все-таки. На улице много вот так вот сена валялось сено много. Так, далее, значит, что сделано здесь? Это из ничего, бывает. Стенка из жести задняя, чтобы сено не просыпалось, только сыпалось в одно направление. Так, загнано туда, вовнутрь. Зафиксировано, чтобы она была устойчивая. Здесь я такие загнал столбики в землю, чтобы она никуда не ездила. Вот она никуда не едет. Вот такая вот кормушечка. Ну и, соответственно, сверху ложится жесть, чтобы сено не намокало от дождя. Вот такая простая кормушка для вообще подручного материала, чтобы было под рукой, чтобы деньги не тратить зря. Вот сделана такая небольшая кормушка для овечек, чтобы их кормить. Это подходит и для коз, и для овечек в зимнее время суток. Вот сюда можно. Так он набираешь, открываешь. Пуня, сено, кормушка. Все на месте.